Шеф-повар Максим Григорьев. Рассольник с рисом в мультиварке. Вариаций приготовления этого блюда огромное количество. Наиболее распространенными крупами, с которыми готовят рассольник, являются рис и перловка. И, конечно, основной ингредиент рассольника – это соленые огурцы. В зависимости от того, насколько у вас соленые и кислые огурцы, может меняться их количество в супе. Если огурцы слабо соленые, то можно добавить огуречный рассол. Время приготовления – 30 минут. Ингредиенты. Вода 2 литра. Картофель 4 штуки. Лавровый лист 1 штука. Лук репчатый 100 грамм рам. Масло подсолнечное рафинированное 40 мл. Морковь 100 грамм рам. Огурцы соленые 2 штуки. Рис длиннозернистый 0,3 ст. Свинина мякоть 300 грамм. Соль 1 щепотка. Укроп свежий 1 пучок. Шаг 1. Для приготовления возьмите воду, картофель, рис, морковь, лук репчатый, масло растительное, мясо, соль, огурцы соленые и лавровый лист. Шаг 2. Мясо порезать на мелкие кусочки и положить в чашу мультиварки с растительным маслом. Установить режим жарка на 10 минут. Крышку не закрывать. Шаг 3. Лук мелко нарезать, морковь и огурцы натереть на крупной терке и добавить к мясу. Шаг 4. Периодически перемешивать до окончания обжаривания. Шаг 5. В чашу добавить мелко порезанный картофель, промытый рис. Шаг 6. Влить воду. Шаг 7. Готовить на программе суп, установить время приготовления 30 минут. Шаг 8. За 5 минут до окончания приготовления, добавить в суп зелень, лавровый лист и посолить. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.